Всем привет, с вами снова я, Виталян, и сегодня у нас обзор на карту депо Мясорубка, где я буду показывать всякие нычки, где можно поставить мины, откуда пострелять. Да, и буду состоять из двух частей обзора по картам, где я буду осматривать мясорубку, подрыв и уничтожение, и штурм, потом захват, уничтожение и командный бой. Да. И сейчас мы будем играть на карте депо, как я уже сказал. Да, и нужен один готов. И мы начнем. Ну, так вот. И начинаем, да. Я посмотрел комментарии и сам заметил, что я часто забываю выключить звук в игре перед тем, как начинаю играть, да. И поэтому меня очень плохо слышно, и поэтому я сейчас послушался и выключил звук Warface. Так, не нужен мне он, друзья. Так, почему-то мы не начали игру. Ну, так, очень странно. В чем проблема? Да, вот, и мы начали наконец-то. Так. Я здесь буду сейчас играть инженером с крысом и постараюсь играть как можно лучше, но у меня довольно-таки сильные лаги, когда я снимаю фрапс, поэтому если я буду очень сильно нубить, то не обижайтесь. Так, да, и еще те, кто хотел поиграть со мной, я вас добавляю в друзья, отправляю вам заявки, но почему-то никто не отвечает. Давайте договоримся так. Каждый день я буду с 4 до 4:15 добавлять вас всех в друзья. И вы, пожалуйста, если будете заходить в игру, то у вас всегда будет заявка приходить. Так. Так, вот. Ну, мы убили, нас тоже убили. Так, ну, вроде бы нормально. Лаги такие совсем незначительные. Так, и мы убиваем кого-то. И хорошо здесь мину ставить в реке. Тут всегда все враги побегают, и поэтому... Опа. Ну вот видите, лагает у меня чуть. Так, еще можно встать здесь и пострелять вот здесь, вот если там кто-то будет. Так. Так, бежим здесь. И вон, вот видите, вот здесь вот кто-то сидит. Ай, ну давай бежим, бежим, бежим. Так, и убиваем. Так, и также можно сесть вот здесь вот. Так, ну да, у меня просто было мало жизни, и поэтому меня убили. Так бы, конечно, убил бы я. Ой-ой. Так, все-таки мы успели убить его. Также можно поставить вот здесь вот мина. Ой, я думал, что его убил, прям такой большой крест был. Я думал, что попал в голову. Так, ну лучше поставить сюда мину. Убиваем. Так, здесь стоит, у нас стоит мина, и у нас осталось очень мало жизни, и поэтому надо действовать чуть поосторожнее. Опа, кто-то стоит. Наверное, АФК был. Ага. Ну да, не успел я этого убить. Так, мина. Ой-ой, хотел взять Криса, а получил взять. Взял кольт случайно. Кстати,
почти убил. Так, вот делаем так и... А, что-то как-то телепортнулся, мне кажется. Так, да, здесь такой... Как бы мини-прострел такой. Положитесь на дно и там... Так, мы убиваем. Также мину поставить можно здесь. Тоже вполне неплохое место. Опа, убили. Так, что там вообще война просто... Ай, где? Ай, блин. Ладно, с двух сторон. О, мы... Кто-то взорвался с нашей мины. И кто-то бежит еще здесь. Так, все-таки мы убили. Бежим преследовать. Так, мина. Ай. И нас убивают сзади. Так, бежим. Опа. Враг. Ай, гранаты со всех сторон, да. И меня сейчас спас мой бронежилет. Ну да, мина. Да, и у нас не хватило патронов. Ай, мина. И сняла мне очень много жизней. Кто-то вот здесь вот стоит. Мина. Ай, что-то там много очень было, и я запутался. Так, вот здесь вот. Так, убиваем скольза. Ай, ну где? Да, все-таки с перезарядками этим я запутался, и нас убили в конце концов. Так, снова поставлю мину в реке. Так. Стоим сюда. Опа, да, и нас убивают с горота. Проходим. Так, туда мне просто лень идти. Так, кто-то там был. Кто стреляет? Ай, ну да. Так, да, и убиваем мы двоих. Так, пробежим сюда и посторожим вот здесь вот проход. Так, там кто-то идет, я вижу. И кинем туда, на всякий случай, гранату. Да, и мы снова убиваем двоих. Так, убиваем еще одного, и получилось у нас 7 киллов за одну жизнь. Да, и нас наконец-то убивают. Ай, запутался, да. Да, и нас все-таки убивают. Так, и попробуем лечь сюда. Ай, запутался снова. Я... Так, где-то здесь враги есть. Так, мы убиваем двоих и хочу убить третьего. Не получилось.
Так, надо перезарядить кольт. Так, все, можно бежать. Так, и все, я сделал последний килл. И закончили мы очень, мне кажется, неплохо. 46-18. Учитывая то, что я играю с лагами и... Ну, короче, вот так вот. Следующее, мне кажется, будет штурм. Нет, следующее... Да, будет штурм на черном золоте. Всем спасибо, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. Буду очень вам благодарен. С вами был я, Виталяны. Всем спасибо, пока.